Всем здравствуйте, мои дорогие! Мы сегодня с Давидиком в магазине купили новый набор мягких магнитиков на холодильник для изучения овощей и фруктов. Но сегодняшний наборчик называется «Огород». Здесь одни овощи. Мягкие магнитики называются. Их здесь 16 штук. Они мягенькие, очень хорошо держатся на холодильничке. Вот такая коробочка в виде домика. Они все одинаковые, там много разных коллекций. Такое окошечко сделано. Вот. Дашка. Так, вон сам Давидик ковыряется здесь. Привет. Да, покажись. Давчик. Так, давай разбирать коробочку. Давай. Так, разбираем коробочку. Прошлая коробочка у нас была сад. Там всякие эти самые плоды. Сада. А здесь овощи. Так, сейчас я вам разберу, вытрушу коробочку и покажу все. Здесь такой вкладыш. Открываем вкладыш. Так, здесь внутри еще вкладыш есть маленький. Здесь тоже разные наборчики, но я вам уже когда-то показывала. Там, значит, и машинки, и зоопарк, домашние любимцы, магазин. Предметы быта, ферма, сад. Вот у нас сад был, лесные животные, а теперь огород. Так, вот такой вкладыш. Сейчас вытрусим магнитики. Все? Все? Все, вроде бы больше ничего нет. Так, вот такая коробочка. Здесь должно быть 16 магнитиков. Морковка, капустка, кабачок, перчик сладкий. Редисочка, свекла, перчик горький, острый, кукуруза, баклажан, помидор, ой, помидор, говорю, господи, арбуз, помидорчик, дынька, дынька, огурчик, тыковка, это горошек зеленый и лучок. Так, вот такая вот, вот такие вот магнитики мягенькие. Красота. Они такие мягкие, знаете, объемные. А с этой стороны магнитик. Крепятся очень хорошо, держатся. И такие приятные к рукам мягенькие. Так, что тут? В принципе, мне все нравится. Единственное, я смотрю, не хватает картошки здесь. Зато два перца. Острый и сладкий перец. Зачем? Можно было вместо одного перца сделать картошечку. И нету чесночка. Так все прекрасно. Так, сейчас мы прикрепим на холодильничек, покажем вам еще. Так, вот мы сейчас, Давушка, все покажем вам. Вот такие овощи. Да, Давид, давай покажем. Так, вот Давид уже быстренько разбирается тут. Смотри. Это что такое? Это дынька. Это этот, господи, кабачок, лук, морковка, редисочка, дыня, зеленый горошек, капуста, это кукуруза, арбуз, давай я с другой стороны, арбуз, баклажан, перчик острый, огурчик, это тыква, свекла, помидор или томат, кому как нравится, зеленый горошек, да, огурчик, да? Огурчик, капуста, показываю еще, морковка, морковушка, перчик сладенький, да, ой, упал. А ну поднимай перчик, поднимай. Поднимай, поднимай. Давушка уже умеет даже прикрепляться. Да. Баклажан. Огурец. Огурец. Капуста. Морковка. Показывай, показывай. Так. Давай, мама покажет еще, давай. Девочкам, мальчикам покажет. И будем выключать. Давай.
А мы с тобой еще потом посмотрим. В общем, вот такая вот коллекция у нас новая. Вот это вот была наша старая коллекция, это плоды. Вот это новая. Все, всем спасибо за внимание. Будем снимать еще. Всем пока, тем-тем. Пока. Давчик, делай так. Пока.